Дорогие братья и сестры, я хочу вам сообщить, что у одной нашей прихожанки Людмила Гусева, которая приходила к нам в храм довольно часто с сыном своим Дмитрием. Люда была и есть нашей библиотекаршей церковной. Она библиотекарем работала у нас, конечно, бесплатно. Это я это слово не должен даже употреблять, работала. Она волонтерила уже 23 года. Так вот, у нее муж умер, Юра Георгий, которого вы наверняка знали. Может быть, не все знали, но многие в храме его знали очень хорошо. Он был таким скромным, незаметным, поэтому многие его могли не знать. А вчера было отпевание в монастыре. Мы его погребли на нашем православном кладбище, которое в конце Сури, там на границе с Вайтроком. Вот. Люда собиралась сегодня прийти на краткую панихиду вместе со своим сыном, но утром сообщила о том, что неважно себя чувствует, уже не спала много ночей, в общем-то, неважно себя чувствует. Юра скончался во вторник на прошлой неделе, это, кажется, было, 7 марта. Dear brothers and sisters, I would like to let you know that Ludmila's Gusev husband Yuri, he passed away. I will put here his picture, and when you come to his holy cross, holy icon, you just you don't have to kiss his picture, just look at him, maybe you can remember him. Kiss only icon. What else? We are going to have now very short panichida. We call it in Slavonic language Litia. Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно, во веки веков. Душу рабою спасил упокой, сохраняя любовь блаженной жизни, я живу тебе, человеку любче, покоище твоем, Господи, и держи все святи твоих воеводятся. Упокой душу раба твоего, яко единеси человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты еси Бог, саше дыва, ты узакованных разрешивый. Сам и душу раба твоего упокой. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Едино чистая и непорочная Дева Бога Бессемени Рожшая. Молись, спасися души Его. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей. Молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия, новопредставленного Георгия, и о еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов,
Его у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Отдай, Господи. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже духовный, всякий о плоти смерть поправы и дьявола упразднивый, и жизнь миру Твоему даровавый. Сам, Господи, упокой душу усопшего раба Твоего, новопредставленного Георгия, вместе светлый, вместе злачный, вместе покойнее. Отню душе отбежи болезни, печали воздыхание, всякое согрешение соденное им, словом или делом или помышлением, яко благие человек любит Бог, прости его, ибо нет человека, иже жив будет и не согрешит. Ты один, Господи, без греха, правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твое истина, яко Ты си воскресение и жизнь и покой усопшего раба Твоего новопредставленного Георгия Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим и жотворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Со святыми упокоем Святая Богородица, спаси нас. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово, лучшую сущую Богородицу тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших и всех святых душу от нас приставшегося раба своего, новопредставленного Георгия, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит и с праведными причтет, и нас помилует и спасет Господь, як благ и человеко любит. По блаженному спини вечный покой подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, новопредставленному Георгию, и сотвори ему, Господи, блаженный покой и вечную память.
Господи, я знаю, что Люда сегодня смотрит нашу службу. Дорогая Люда и Дмитрий, я хочу от всех нас здесь присутствующих, да и от тех, которого нет с нами, хочу вам выразить наши соболезнования. Мы с вами, если нужна вам помощь какая-то, пожалуйста, обращайтесь к нам. Постараемся помочь, как сможем. Храни вас Господь в добром здравии, благополучии. А Юре пусть Господь даст Царствие Небесное в имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.